Здравствуйте. Приобрел недавно несколько грамм пластинок, таких, ну, как бы поздних, да, вот 0,57 копеек, фирмы Аккорд на 78 оборотов. И вот присутствует, вернее, у меня таких не было, мелодий, то есть танго тоже, серебряная гитара, значит, венгерский джаз, секстет под управлением Балаша. Или Балаша, как правильно, не знаю, куда ставить ударение. На этой стороне. На этой стороне чай вдвоем. Но это не тот чай вдвоем, который... Это румба. То есть есть же группа сейчас современная. Значит, ну вот давайте послушаем серебряные гитары. Прослушивать на радиоле будем. Сакти. Такое танго, как здесь написано на этой вот радиоле Сакти. Кстати, частоты не знаю, как передаст YouTube тот же, но частоты она вот этих поздних записей, ну поздних я имею в виду, более поздних, передает, как меня знакомый говорит, частотку очень хорошо, то есть вживую вообще очень хорошо воспринимается на слух. Хотя у меня слух не музыкальный, но все же очень мне понравилось.
Вот эта вот мелодия танго, это серебряная гитара. Спасибо. До свидания.